здесь мы, значит, у нас процесс гравировки – это один из процессов изготовления изделия, серебряного изделия с чернью. То есть, ну, один из основных процессов, потому что, ну, гравировка – это все-таки такой сложный достаточно процесс нанесения рисунка на изделие. Художник рисует на эскизе, да, а мы уже, как мастера-граверы, это переносим на изделие. То есть это достаточно сложный процесс. И мы вот решили, что каждый должен попробовать, как это все-таки делается изделие, да? Деревянная держалочка. Она нужна для того, чтобы удобно было наносить гравировку, да? Монетку вставляем, медная монетка. Ну, здесь пробуем на меди, в принципе, чтобы было подешевле, да? Как бы медную монеточку берем, вставляем ее в держалочку, вот так вот закрепляем. И уже удобно наносить гравировку, да? Берем инструмент, который называется штихель. И этим инструментом гравируем. То есть, по этим линиям. Ну, видите, процесс можно рассказывать долго. То есть мы монетку взяли уже полуфабрикат, готовую для мастер-класса. Принцип, как нанести рисунок, я вам расскажу. Это, значит, берется вот просто такая светлая монеточка. Берется шкурочка, она зашкуривается, ну, без рисунка, понятно же, да, берется, она зашкуривается шкурочкой, берется пинцетик, зажигается свеча, аккуратненько наносится копоть, дальше на эту копоть берется переводочка, бумажная переводочка с нанесением, вот с трафаретами с такими, да, она прикладывается вот так вот, протирается, и у нас остается вот такой отпечаток снежинки. Ее закрепляем, опять же берется лак, специальный лак, который у нас в лаборатории делается, да, на спиртовой основе. Закрепляем, и уже момент гравировки можно уже гравировать. Все, она не сотрется. Дальше же рисунок. Это вот тут самые простые для мастер-класса рисунки. У нас же изделия, у нас ассортимент огромен, более 2000 наименований. Представьте, такие сложные есть, да, художественные вещи. Конечно же, это все точно так же делается. По первому изделию рисунок наносит художник в карандаше. По этим линиям, по карандашу, мы вот этим инструментом гравера, да, вот этим инструментом штихелем отгравировываем контуры рисунка, да, и по этим вот контурам делаем переводку. То есть вот такие бумажные переводочки, вот из бумаги, из обычной бумаги, специальные переводочки делаем для того, чтобы на каждое изделие потом художник не рисовал, потому что это достаточно длительный процесс. Например, на бокал несложный рисунок надо 2 недели наносить. Представьте, а у нас все-таки ювелирное производство. Мастер-класс я привезла. Это зайчик на пальчик. Это для детей игровая. Игровой вариант народной куклы. И кукла-куватка, которая раньше была в каждой крестьянской семье, их было по 12, изготовлялось, и у каждой свое имя от болезней. Она достаточно проста в изготовлении, не затратна по материалам, понадобится всего лишь 2 кусочка ткани, нить, обязательно красная нить, ну и руки. Сначала берем кусочек белой ткани, формируем руки. Вот таким вот образом. Отрезаем 2 небольших полоски. И где-то примерно сантиметр обвязываем. Работа может быть несколько ювелирная, но на самом деле интересная. Точно так же с другой стороны. Узелочка, кончики обрезаем, в
берем кусочек красного ткани, любой цветной, не обязательно красный, просто я приготовила красный. И по длинной стороне также сворачиваем полосочку. Это будет голова и тело? Да. Вот, ровненько все сложили, разгладили, складываем ровно пополам. Вот там, где у нас петелька, примерно сантиметра два, опять же, перевязываем. Завязываем на два узелочка. Ниточки обрезаем, кончики, они нам не нужны. Теперь формируем саму губку. Вот таким вот образом. И на левом боку мы завязываем в виде ушачка, потому что это и будет наш ушачок. И осталось еще такой небольшой момент. Сделать петельку, на которой она у нас будет висеть, так как она вешается. Вот наша куколка готова. Потихонечку начал плести с детства. И так все тянется всю жизнь. Вот сейчас уже время позволяет, и плотно начал заниматься. В общем, занимаюсь. Сейчас отдаю всю длинную долю времени. С детства меня как раз научил отец плести. И потихонечку пошло, поехало. И так я с ремеслом, с этим не расстаюсь уже всю жизнь. Не самое главное сделать изделие, выплести. Самое главное заготовить материал. Очень много времени нужно, очень труда много уходит. Плетение это как бы конечный результат. Мы сейчас как раз проходим курс обучения плетения. Следующий этап это заплетение основ веревочкой. Сейчас мы вам можем показать прямо здесь. Плетение идет тремя прутиками. То есть я сам выращиваю. У меня сорта ивы, они специально выведены для плетения. Поэтому перед тем, как плести, нужно ее замочить, конечно. Подготовить. Чтобы ива была сырой. То есть сырая древесина, она гнется из каждой. Можно, конечно, и дикой ивой плести. Но в процессе занятия этим видом деятельности все-таки сложилась такая ситуация, что я все-таки начал сортовой ивой заниматься, разводить ее. Это тоже не менее увлекательное занятие. Поэтому, как говорится, одно другому не мешает.